Темирлан, насколько я знаю, ну, как мне говорили, так и получилось, что очень быстрая команда. Молодежь, агрессия, играют в такой, ну, быстрый хоккей. Поэтому тяжело было с ними. Ну, как, вот хорошо, что так сложилось в нашу сторону, а так все могло повернуться и в другую сторону. После перерыва, насколько вот легко было вам вливаться в игру и вот именно с командой Темиртау? Победная шайба на вашем счету? Ну, честно скажу, что я думаю, что с любой командой мне было бы очень тяжело. Но благодаря тренерам, ребятам помогли, как бы поддержали все. Ну, как, ну, в игре очень сильно чувствовалась их поддержка, поэтому удачно так сложилось и удалось так сыграть, можно сказать. Не было ли такого ощущения вот у команды, лично у вас, что вот Темиртау, ну, в принципе, может не войти в зону плей-офф, что это аутсайдер, и вот как-то с ними можно сыграть на одном коньке? Вообще даже ни капельки такого не было даже, не думал. Да и команда полностью серьезно настраивалась, потому что знает, как тяжело с ними здесь играть, поэтому был настрой боевой. Ни в коем случае не подумайте, что кто-то там играл на одном коньке. Нет. Поздравляю болельщиков Хаккаби и Барыс. Вместе мы сила. Ну, соперник хороший, опытный соперник. Хорошо играет в пас. Так, игра, в общем-то, неплохая. Все били за победу, старались. Маленько не получилось реализовать моменты. Соперник, к сожалению, воспользовался своими моментами. А так, игра хорошая. Все бились, парни. И соперник хороший. Насколько тяжело, вот все-таки Бейбарыс уже неоднократный чемпион Казахстана, вот, и вы молодая команда, и возрастные игроки, вот, бороться, биться против столь опытных клубов? Да как бы со всеми, в принципе, одинаково. Здесь как бы в Темиртау молодые ребята, есть что доказывать, как бы. И поэтому как бы только двойная мотивация, как бы, поэтому без разницы с кем играть и что. Как бы изменился так. Уровень Бейбарыса с того года? Ты... Да. Еще чемпион, так сказать. Ну, я бы не сказал. Ну, много кого осталось, в принципе, игроков. Маленько другие приехали игроки, человек 7, наверное. А так, в принципе, уровень такой же команды, хорошая команда. Что все-таки вот тренер как мотивировал вас на игру? Первый период 1-1, второй период 1-1, вот в третьем периоде как вот? Ну, надо было дожимать, как бы мы все равно помоложе команды, должны были дожимать. Я еще раз повторюсь, не реализовали свой момент, хотя моментов было предостаточно. Но, к сожалению, такой гол пропустили в меньшинстве, обидный. Сегодня уже какие-то планы строите на плей-офф? Да, вообще? Как бы живем как бы сегодняшним днем, так скажем. До плей-офф еще рано думать. Надо регулярно чемпионат хорошо закончиться, а там уже будем думать. Болельщикам можем пообещать плей-офф? Я думаю, мы приложим все усилия. Обещания как бы не буду давать, но мы отдадим все силы, чтобы попасть туда и биться за призовые места.